Итак, приветствую на канале Guns My Life. Сегодня поговорим о жгуте на прикладе. Как правильно его, или как я считаю, нужно заматывать на приклад, его наматывать точнее. И здесь, конечно, у нас бинт. Давайте размотаем. Предыстория, как она это все появилось, из каких книжек. Я думаю, что это появилось на Северном Кавказе в 90-х, а может даже и в Афгане, когда идут городские бои. Лишнее все убирается, чтобы побольше взять боеприпасов. Соответственно, брали аптечку минимально с собой, там бинт, какой-нибудь обезболивающее и жгут, чтобы перетянуть артерию там или что, кровотечение остановить. Здесь у нас бинт. Положим сюда. Как я считаю или как я думаю, должно быть правильно. То есть наматывается вот таким способом на рамочный приклад жгут. То есть надо не перепутать, чтобы эти застежки, потом в отверстие попали. Засовываем сюда бинт или другие необходимые препараты там или что. И начинаем плавно наматывать. Если будет неаккуратно, это тоже как бы это не критерии такие. Главное намотать. Так. Защелкиваем. Может, с первого раза не получится. Ничего страшного. Так. Щелкнули. Ну, желательно, чтобы это все было снизу. Вот так вот она выглядит у нас. Вот так вот получилось у нас. Также, если на улице холодно, щека не примерзнет. Ну и всегда легко размотать, перевязать, остановить кровотечение. Информации я в интернете не нашел. Мне было любопытно, как другие люди это делают. Информации нету. Вот так, я считаю, должно быть так. Как вы считаете, пишите в комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Вы были на канале Guns My Life. Всем удачи, всем пока.